Добрый день. А можно вас утащить? Вы знаете, что это тротуар? Ну, а почему вы здесь стоите? Я даже, кстати, ваше лицо помню. Вы в антикоре работали, да? Правильно я понимаю? Да. Ну, что за неуважение к пешеходам? Это учитывая ваше положение, да, служебное, я не знаю. Вы считаете себя... Я за подкидку. Ну, а вас дети и женщины обходят. Вы считаете это нормальным? С ребенком в машине. А? При чем здесь ребенок в машине? Правила дорожного движения допускают исключение. Если в машине ребенок, значит, может стоять на тротуаре. Извините. Не надо извиняться, не надо нарушать просто. Ребенок в машине. Надо же такое придумать.